Участковые уполномоченные отчитались о своей работе перед жителями, рассказали не только о результатах деятельности за 2019 год, но и нынешней ситуации на территории городского поселения «Лесной городок». На встрече присутствовал представитель общественного совета при УМВД. Отчет участковых – это информация, связанная с безопасностью, не в глобальных масштабах, а безопасностью во дворе, на улице, в подъезде. Вот сегодня участковые расскажут, какие выявлены нарушения в ходе их деятельности, я имею в виду нарушения жителями, там, преступниками, расскажут все, как они работают. По словам участковых, в прошлом году общее количество правонарушений несколько сократилось. Но также они отмечают, что большая часть преступлений совершается иностранными гражданами. Неоднократно проходят мероприятия оперативно-профилактические по выявлению, пресечению, такие как, например, террористической направленности, нелегальный мигрант, как я уже договорил, придорожная торговля, которая осуществляет трудовую деятельность без разрешения на то, как сейчас-то не так, особенно сейчас любители торговать не замерзайка, ну, выявляем, пресекаем на дорогах, которые стоят. Курорт, алкоголь, это продажа несовершеннолетним, тоже проводятся периодические мероприятия, инспектора УДН выезжают, проверяют магазины, нарушения есть, составляют протоколы, привлекают к административной ответственности. После отчета жители смогли задать участковым вопросы. Кражи, незаконные свалки мусора, обеспечение порядка в частном секторе, нарушение тишины. Спектр проблем довольно широк. А значит, работы у полицейских и в этом году будет немало. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».